Мировые эксперты считают, что скоро человечество столкнется с глобальными проблемами нехватки источников энергии. Поэтому на сегодняшний день все ищут достойную замену черному золоту. Третий в списке источников энергии по доле использования является природный газ. Ученые утверждают, что в ближайшее время он вытеснит с рынка сначала уголь, а чуть позже и нефть. Такие перемены связаны с последними достижениями в области исследования газовых гидратов, одного из колоссальнейших источников природного газа на планете. Потенциальный источник углеводорода по оценкам содержания газа на несколько порядков превышает имеющиеся классические запасы газа. Это, скажем так, наше будущее, но в связи с тем, что сейчас пока непонятно, как из этого всего дела извлекать газ, как раз-таки необходимо изучение. Объемы действительно впечатляют. Сегодня они превосходят все известные запасы нефти и традиционного газа. В Казанском федеральном университете, когда стратегическая академическая единица «Эко-нефть» только создавалась, одним из пяти направлений исследований, которыми будут заниматься ученые, было выбрано именно изучение газовых гидратов. Такой выбор удивил многих. Менее чем через год научной группе, занимающейся исследованиями в данной области, удалось привлечь к себе внимание сразу нескольких крупных компаний, рассматривающих газовые гидраты как потенциальный источник природного газа. У нас многонациональный коллектив. Вот, это вот очень важно для такого рода исследований, потому что много стран, да, проявляют к этой тематике интерес. Вот, и тут вот как раз мы занимаемся синтезом ингибиторов гидратообразования. То есть, вот, скажем так, непосредственно тут вот мы ставим эти синтезы, реакции, создаем новые ингибиторы, новые соединения. Газовые гидраты – очень перспективный ресурс с точки зрения эффективности и экологичности, поэтому определенно у него есть будущее. Арина Михайлова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.